Здесь главное усвоить, что клетки с красным крестиком в игре не участвуют. Воспользуйтесь кубиками, пожалуйста. Елена Хозяшева объясняет коллегам правила игры в магический квадрат. Это одна из 10 игр, разработанных Еленой для сборника дидактических игр и упражнений по математике для обучающихся начальной школы. У меня там написано 10 игр. Но я сразу же скажу, что каждую игру можно отредактировать так, чтобы она, ну скажем так, была не в одном варианте и не в одной вариации. Поэтому тут масса игр можно придумать. К учебному году компания «Уралкали» подарила всем первоклассникам наборы таблицы сложения. Именно на их основе учителя начальных классов школ номер 9, 14, 15, гимназии номер 2 и Городищенской школы разработали новые упражнения и игры. Всего в сборник вошло около 40 разработок, которые и презентовали учителям нашего округа. У нас развитие человека, ребенка в первую очередь, начинается с самого детства, со школьной скамьи. И как социально ориентированное предприятие, «Уралкали» всегда является спонсором таких вот образовательных, гуманитарных, социальных направлений. Поэтому я вам желаю преданных и благодарных учеников. Казалось бы, деревянная платформа с кубиками, на которых обозначены цифры и примеры. А сколько возможностей открывается. Тут и в лото поиграть можно, и пиксельные рисунки составить. И даже с помощью кубиков и простых вычислений решить, кто будет первым ходить в обычной бродилке. Увлекательно. Мы сами сейчас с азартом все это делаем, потому что и думаю, что дети будут точно так же рады этим заниматься. Замечательная игра. Яркое пособие. Можно решать как на состав числа, на отработку знания числа соседей. Можно даже решать задачи. Вот очень и очень хорошо развивает моторику. Я думаю, у детей сразу включается прообраз Майнкрафта, всем полюбившего. И вот это вот блочное конструирование точно им понравится. Развитие навыков счета, сравнения, сложения, вычитания, умение решать задачи, работать с координатной плоскостью – это далеко не все преимущества набора таблицы сложения. Но самое главное, у педагогов появилась возможность на практике превратить игру в уникальное пособие, которое поможет первоклашкам с увлечением освоить азы царицы всех наук – математики. Благодаря публичному акционерному обществу «Уралкали» возможности и какие-то творческие замыслы учителей воплощаются в жизнь. И это прекрасно, что у нас есть такие партнеры, которые могут наши мечты воплощать. И это все идет во благо наших детей, наших обучающихся. Кстати, сборник дидактических игр и упражнений по математике для обучающихся начальной школы уже доступен для всех педагогов нашего округа. Найти его можно на сайте методического центра. Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».